Любимые мои, ваша кармическая задача на эту неделю. Король кубков. Для кого-то из вас придет на жизненный путь король кубков, мужчина, влюбленный, любящий вас, чувственный, эмоциональный. Для кого-то из вас, если он уже у вас есть, вам проработать с ним отношения, прожить их в любви, в радости, в счастье. Для мужчин вы будете на таких эмоциях, на счастье, на радости. Проявляйте себя влюбленным, ухаживающим, галантным, чувственным, классным. Вот такая у вас прекрасная карта недели. Люблю вас, мира всем.